Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Вчера после рыбалки приехал домой. Захожу, а у меня посылка пришла от магазина Happy Angel. Там была Happy Angel прислал мне сапоги, в которых я сегодня рыбачу. Решил сразу же взять их на пробу. У нас как раз сегодня морозик, где-то десяточка и ветерок, холодно довольно. Сапоги чуть попозже вам покажу. И вот пришла такая вот удобная коробочка. Сюда вот мотыля можно складывать. И опарыша. Два отсека у нее. Удобно, не надо в карман лазить все время. Сидел на ноге, быстренько подцепил. Пришли еще вот эти перчатки. Самое интересное, что у этого магазина есть поставщик по России. И также для жителей Европы отсылают. Посылка до Латвии шла у меня где-то дней 7-6 с рабочими днями, ну, с выходными днями. Так что оставлю ссылочку на сегодняшний спонсор сегодняшней рыбалки. Ставлю ссылку под видео на российский сайт и также на европейский. Ну, сапоги скажу то, что вот они Норфин у меня. Они были по хорошей скидке там. Так что можете переходить. Часто у них там скидки бывают. Переходите, что-то найти довольно бюджетный вариант. Я давно хотел себе фирму Норфин, что-то из этой продукции. Вот, магазин прислал мне сапоги. Сегодня их тестирую. Также прислали мне поводки еще. Поймаю живца, пойду ставить. Попробую сегодня тоже щуку поймать. И заодно проверю их поводки. Фирма Дайва, вроде бы, если не ошибаюсь, поводковая. Так что, смотрите, какой у нас лес красивый сегодня. Морозик давит. Солнца нету, ветерок. И мелкий снежок идет. Ладно, будем пробовать поймать плотвичку, чтобы поставить жерлицы сегодня. Отличный живец. Минут 5 назад поставил жерлицу. Это уже была легкая. Не мотает. Не знаю, или жрец, или щука. Ну, проверим. Что-то есть. Ну, ай, сошла. Ну, было мелкое что-то. Может быть, даже и окунь. Это уже интересно. Кстати, это поводок от сегодняшнего спонсора Happy Angel. Интересно, интересно. Ладно, надо подтянуть жерца, поставить и сделать идеально. Говорю, прошло минут 10, наверное. Живцом. Плотичка перестала брать, поэтому поищу окушка на мормышку. Наловлю еще штук 5, надо поймать живца с запасом, чтобы было.
Потом пойду на балансир искать крупного окуня уже. Ой, поиск, поиск. Надо найти. Ладно. Будем пытаться поймать окуня. Снова загар, друзья. Ого, мотает. Хорошо. Смотрите. Ага. Молодец, мотай. Будем подсекать. Ну давай. Ай, мелкая. Да ладно. Ну блин, как так? Порез оставила. Уже есть живой. Ладно. Это уже радует, хоть клюнула. Ставим еще тут. Ладно, будем ставить обратно. Сейчас с этой лунки двух окушков поймал. Это уже радует, потому что это говорит о том, что можно будет пойти сейчас на балансир попробовать половить, потому что кушки живцовые, запас будет. На этом озере лунок 5-6 сделаешь, где рыба стоит, она сразу отзывается. Минут 5 посидел, поклевок нету, значит иди ищи в другом месте. Также и сейчас тут было. Пришел, закинул, бам-бам, двух поймал. И сейчас затишье, как камеру включил. Надо, значит, идти на другую лунку. Ладно, еще кушков. Отнесем бедрюху. Раз, два, три, четыре, пять минут еще проеду. Дорожка. Если ничего не будет, даже если не будет, все равно пойду попробую балансир свалить. Давай, у нас тут заросло все. Давай, плыви. Живец в ведре. Будем идти дальше, кстати. Ладно, попью сейчас чаю и пойду на балансир попробую половить. То живец клюет, то не клюет. Как бы три запаса есть, три рыбки в запасе. Так что можно попробовать на балансир половить, походить. Народ у нас ходит, что-то ищет тоже. Дюдюлю приехал. Ладно, буду пробовать. Надеюсь, на балансир поймаю сегодня. Окушка и щучку на двушку. Пошли ловить. Поставлю я вот такой вот балансирчик. Вот такого цвета. Буду на него пробовать. Удочка, вот она красавица. Ну вот, пойду пробовать.
нас загорелся флажок очередной. Пока не вижу, мотает или нет. Ветер еще, блин. Видимо, нету ничего. Может быть, холостая, а может быть и нет. Ну, не мотает, лепка не смотала. Ничего там серьезного, походу, нет. Живца сорвало. Ладно, наверное, будем сегодня заканчивать рыбалку. Воздухом подышали. И на этом уже хорошо. Повторюсь, ссылка на магазин, откуда пришли вот эти сапоги мне. Норфин. В описании под этим видео будет. Ну а всем, кто досмотрел до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока. Пойду отдам дедушке двух живцов. Не, одна мелкая была сегодня и все. Живец нужен? Два окушка. Они большие. Ну да. Это у меня крупные. Мотылика нет немножко? Есть. Ага. Сейчас ящик. Ящик. Я заморозил, блядь. Ага. Вот. Сейчас принесу. А сейчас я. А то одеваешь, они вытекают, сука, мороженое, блядь. Ага. Только ехал на велике. Канат положила, надо было в ней. Ну да. Я вчера там тоже странно 700 поймал такую штучку. Ну у меня вчера 4 тут было. Ну тоже мелкие. Одна полтора, одна килограммчик, остальные мелкие. Отпустил. Одна потащил к лунке, живца выплюнула. Ага. Одну такую мормышку зацепил, о, блин, выбросил. Пошел еще, хуяк, откусила. Ох. Она вчера брала. Вчера брала, да. Я вчера с одной лунки 3 штук взял. Вчера вот... Она брала, не крупная. Вот такой вот живец был. Вчера вот с этой лунки ловил. А тут я тоже как-то плотно ловил. Можете потом сесть сюда, я их прикармливал. Все, я тоже сейчас.